Всем привет. Итак, смотрим. Это у нас крем-чиз. Типа крем сырный. Я пробовал уже это. Вкус этого. Телефон неудобно снимать. Легкий привкус плавленного масла и такое, как сметана по вкусу. Угу. Американский какой-то крем. А вот это какой-то Smart Balance. Тоже какое-то масло или паста. Что оно? Ну, выглядит вот так вот. На вкус еще не пробовал. Сейчас попробуем. Угу. Угу. Это масло. Такое как... Обычно вот это вот масло. Угу. Да, на вкус обычное масло. Это как сметана с привкусом плавленного сыра. Вот это у нас арахисовый крем какой-то. Тоже арахисовое масло. Пробуем. Угу. Да, ну, самое настоящее арахисовое масло. Сделано где? Даже и не видно где. Но сделано. А, Made in USA. Не, ну вот. Product of USA. Плохая резкость, но есть. Масло. Типа плавленого сыра со сметаной. Что-то такое. Кремчик такой. Вот. Такие штатовские десерты, так сказать. Ну, всем спасибо. Ставьте лайки. Комментируйте. Пока.